тебе имя Иван. Ну, Иван, на то он и Иван. Мусульманка — это не нация. Всем привет. Карина прям идет, особенно когда вживую встретились. Ой, я помню, когда мы вживую встретились. Знаете, так интересно наблюдать за тем, как ты растешь, как ты меняешься, меняются мысли, внешность, принципы. Всем привет. Пишут и пишут. Так, можешь поставить не беспокоить? Почему? Нет, почему я же отвечала? 18 мне только, сейчас скажу, через 4 дня. Поэтому мы еще молодые. Нас вся жизнь впереди. Просто, знаете, однажды я разговаривала про возраст, в эфире. Я не говорила свой возраст. Я вообще, в общем, там что-то про замужество, что-то такое. И меня заблокировали мой прямой эфир. Там говоря о том, что... ну, что-то про возраст, в общем. Я там просто какие-то сравнения приводила. Через 4 дня я приеду к тебе. Я смотрю, много кто приедет. Да. Ты будешь прямо эфир снимать на твой день рождения. Я буду за тебя. Подарок. Что? 9 ноября. Да, свои. Так, сейчас я читаю, что-то у меня мысли. На права я и так записываюсь в автошколу. А так обязательно, обязательно. В надежде то, что мне кто-то подарит Mercedes E200 белого цвета, банан, либо мокрый асфальт. Ну, желательно белую. Ну, надеемся, да? Почему-то у меня глаза как будто бы заплаканные. А еще чего меньше нельзя? Намек для роду. Ну да. Легкий такой намек. А моя мама 13-го. Да, в колледже. Знакомься, знакомиться. Со мной не надо знакомиться. Такие дела. Раду, удачи вам, да. С моим бананом удачи. По национальности я татарка. Почему-то правда, как будто бы я плакала. Просто они и так блестят у меня. Почему Раду вышел? У меня даже подарки до конца не скинул и вышел. Надеюсь, не понял, как фрукт. Нет, 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 он знает. Ну, вроде бы выспалась. Привет, брат и сестра. Привет, брат и сестра. Я сейчас не могу сказать, что у меня есть парень. Ну, вроде бы. В этом полотенце давайте прикроем.
А, да, у меня есть брат и сестра. Две сестры и брат. Вроде бы это, ну, по таким вот вопросикам. Да, я дома. Я с города Усть-Каменогорск. Всем привет. Нет парня у тебя. Максуд, ты, кажется, много знаешь, да? Рамиль? Рамиль. Кто такой Рамиль? Рамиль. Так, вспоминаем всех Рамилей. У меня даже нет знакомых Рамилей. Почему убрала? Я даже не помню, что там есть. Я как-то убрала, часть вытащила, и все. Что там есть-то? Когда я глаза закатываю, у меня, знаете, у меня это встроенное. Вот они закатываются тогда, когда не надо. Рахмет. Она львица, а не кошка. Всем привет, кто присоединяется? Всем добрый вечер. Лайсон пойдет. Надо сдавать, топить, когда есть...